Привет, ребята, всем здравствуйте, добро пожаловать на канал. Хочу записать бой, просто никакой не обзор, там, не конкретно какую-то там технику или что-то там еще, просто... Ой, и нахер. Просто бой за американскую сторону. Хочу привнести немножко демократии в этот мир. Ее так не хватает нам всем. Так. Ну что? Давайте начнем. Привносить демократию мы будем в пустыне Тунисе, возле пещерной деревни. Так. Ага. Рюкзак. Школьный рюкзак висит. Все, поехали! Понесли демократию. Понесли. 200 метров осталось до демократии. Ну, точнее, до места, куда нужно привнести эту демократию. Я сюда заберусь, интересно. Заберусь. Конечно же доберусь. Да уйдите вы. Уйдите, ребята. Уйдите, хлопчики. Ну или вперед бегите, ё-моё. Все. Приехали. Оп-оп-оп. У меня такое чувство складывается, что им наша... Демократия не нужна. Шумать, блядь. У меня остался один пулеметчик. Демократичный пулеметчик. Так. Все. Привнесли немножко демократии. Достаточно. А вот этими ребятами я давно не играл уже. Прям давно-давно. Опа, снайпер Хаттабыч. Поприветствуем снайпера Хаттабыча. А, не получилось. С упреждением. Глянь, куда его... Мои боты, блядь, в другую сторону смотрят, блядь. Сука! Ой, бляха, муха. Ну зачем же так, а? Ой, боже. Да. Энами. Ебать, блядь. Откуда вот это оно? Угу. Куда палят? Не получается демократию нам принести. Мустанг. Мустанг. Воздуха нету. Летят, летят.
Что-то он меня повредил. Гляньте какой! Ни хера себе! А у нас ПВО нету, да? Откуда тут ПВО? Я его не перекручу. И у меня сейчас двигатель закипит. Сука. Вот сука, хитрожопая. Все, пора выходить. Может быть, пилотам что-нибудь получится сделать. Хоть какую-нибудь демократию. Хоть что-нибудь. Но нет, нет. Мне кажется, нет. Ничего не получится. Из этого мероприятия. Да, на что я рассчитываю вообще? Ха, доскакался. Скакун, да. Просираем конкретно. Ладно, на точку. Подвезу точку хотя бы. Обалдеть. Ну понятно, если Хоттабыч в топе, это бой будет просрат. Ну да, ну и так уже видно. Ну погнали, ребят, погнали. Мы тут вроде одни. Нет, мы тут не одни. Вот уже один мертвец. Готов. Готов. Трупы падают немецких солдат. Тю, ну я тоже хочу, чтобы у меня упал. И, пожалуйста, дайте мне повоевать немножко, совсем чуть-чуть. Полз зализывать свои раны. Ого. Ну блин. Кто там? Кто там? Да, вот туда, ребята. Там свое. Здесь нету выходов.
Подъехал кто-то там. Твои. Ну хотя бы одну точечку мы. То чучунечку мы. Я полечу. Меня бы кто полечил. Могут отсюда пойти, кстати. Могут. Но никого тут нету. Кричат немцы. Подкрикивают. Кого нету. Сейчас только голову покажешь. Прилетит сто. Хорошо, не успел я туда вылезти. Нормально. Что я туда? Нет! Стой, стой, стой! Да, бля! Сука. Ой, блин, неудачник. Ну я же говорил. Я же говорил. Так, крестоносец в своей родной стихии. Горит. А тут не проехать. Тут не проехать. Там свои бегут. Попробую его подвинуть. Ну а что делать? Надо же проехать как-то. Надобно. Ни у кого не работает на клавиатуре кнопка V. Прям вот, ну ни у кого. Ну, а, нет, у меня работает, смотрите, поставилось. Работает, действительно. Нормально. Все работает. Так, а туда лучше не ехать. Туда лучше ехать. Да ты какой резвый. Я так не могу быстро назад сдавать. Опа. Кто-то тут сидит, да, наверное. Да. Сидит, сидит. Замочили меня. Так, надо эту летающую суку наказать. Надо его наказать. Вроде пока еще время есть. Наберем высоту пока. Я его найду. Где же ты? Не видно пикселя этого. Мистер Пиксель, вы где? Гномик.
Биплан, блин, сраный. Так. Но он вошел во вкус и чует, почувствовал свою безнаказанность. Но это... Докажем, что это чувство у него ложное. Да. Получится ли? Нету его. Вон он, вон он, вон он, сволочь такая. Летит уже. Это же он, да? Это не он, но все равно. Не, вот он летит. Вон он там где-то. Почему он у меня не отображается до сих пор? Сейчас я его найду. Но это не он, да, да, это не он, у него там другой самолет был. Какой-то биплановский. Хотя, может, у него в сетапе два их. Кто знает. Я не запомнил ник. Ищем, ищем, кружим. Он должен быть где-то здесь. Да, вот он. Вот он, товарищ. Разбейся, давай. Сделай одолжение. Готово. Вот что-то отвалилось от него. Хорошо. Хорошо, день прошел не зря. День прошел. О, у меня аж две бомбы еще. Две бомбы. Ребята, сейчас я попробую их реализовать. Получится. Надеюсь, да. Ну, кого-то зацепил. Немножко, немножко там, одного бедолагу какого-то. Масло кипит, вода кипит. Охлаждение здесь хреновое у этого самолета. Буквально на момент снятия видео, буквально вчера заходил я на стрим к одному молодому человеку. Довольно-таки известному блогеру. Не то, что я. Да, мы там обсуждали, какой самолет... хороший, почему американские вот говно, они греются, а спитфайры хороший, а фиат тоже хороший. Ну, короче, вот так вот. Вот так вот. Вон кто-то там. Кто-то там. Кто-то там. Да, все, скончался.
Дерзкие молодые люди на своих бипланах сбивают мустанги. Да вы что, охренели, что ли? Все, я пустой. Даже двоих получилось забрать. Угу. Хорошо. Ну, я за ними не полечу, нафиг. Не надо. Сейчас вылетят эти опять, наверное, двукрылые. Четырехкрылые, точнее. Они будут меня искать. Теперь они полны жажды мести. Ну, наверное. Но они так высоко не забираются, как я. Хотя у меня высота-то 750 метров. Это не высоко, в принципе. Хотя для энлист это нормальная такая высота, стандартная. И на этой высоте я развиваю скорость 400 км в час. На мустанге. Конечно же. И что? И все, да? Они поняли, что в небо лучше не подниматься. Сейчас будет на живца. Скорее всего, там кто-то уже вылетел. Кто-то вылетел. Так себе. Мешают перегородки эти. Жутко. Ну, блин. А, нет, кого-то там замочил. Получилось. Самое главное, когда вы летаете на мустанге, не долго... Не включайте форсаж, иначе у вас все закипит. И двигатель клина, наверное, поймает, не знаю. Что-то может случиться с вами нехорошее с самолетом. Хотя самолет премиальный, как бы, pay to win, а нет, не тут-то было. Все, никто не хочет вылетать. Поражение, ну и ладно. Есть статистика. Вот. Немножко статистики. 6 раз скончался. Ребятки. Вот. Ребятки, спасибо всем, кто досмотрел данный видосик до конца. Подписываемся, ставим лайки. Что-нибудь нажмите, что-нибудь напишите. Всего хорошего вам. До свидания.